Вот, уважаемые товарищи, что у нас в настоящее время происходит? Как раньше во Франции нечистоты выливали в форточки, сейчас администрация города Балаково делает то же самое. В 7-м микрорайоне чистят пляж, вот, режут камыш, а он благополучно причаливает к нашему берегу. То есть, а вот у нас кто здесь это вот чистить будет? Это вообще трудно сказать. Это продолжение. Вот и по всему берегу вот такая вот картина. Не совсем приглядная. Кто-то себе почистил. Вот. Нам придется это самим за свой счет и своими силами. Это мы Волгу так чистим. Одного конца берега на другой перегоняем всю гадость. Вот такая вот чистка.